Трудится мой старикашка. Столько много делает, а. Вот за полдня только 30 этих бревен. Да такие бревна кленовые ошкурил. Он такие громаднейшие, все перетаскивает. Вот куда? В его ли возрасте работать? Такие бревна тяжеленные. Я от земли оторвать не могла, когда хотела помочь ему. И не смогла помочь. Ну вот таскает. Да, ну что сделаешь, помощников нет. Один трудится. Все после себя, эти коринки все убирает. Таскает в сарай. Да. Он без работы не может. Вчера воскресенье. Кто со мной пойдет по ягоды, говорит? Хоть за ягодами. А я говорю, не могу, у меня нога болит, ездить далеко. Вот. Сходил, набрал яблочек, ранеток. Набрал крыжовника и всех угощает. Вот пошел, таскает. И что с ним? Никто его не заменит, никто ему не поможет. Сила в труде. А работает так, что рубашка вот, хоть выжимай, и вся уже истлела от пота. Я не успеваю зачинять. Чинишь, чинишь. Заплатка на заплатке. И вся спина и рукава все снова прорвались. Так, порядок. Опять чистота и порядок. 50 бревен ошкурил. 30 только после обеда и потом остальные 21. Работает, как молодой. Володя у барабаш работает сейчас. Помогает там достраивать его. Ему ли в этом возрасте такие тяжести таскать? Ну, никаких, я говорю, я тебя не считаю стариком. Лет на 30, говорит, считает себя и работает. Сейчас он начинает рубить, это все ему нужно, палочки перерубить. Так.
нужные какие откладывает. Куда-нибудь пригодятся, как обычно. Ой, неугомонный старик. Теплица, помидорчики собираем, там перчики поспели, помидоры поспели, все хорошо. Там дальше картошка копать, на этой неделе. И там еще 20 соток у него картошки посажены. 6-го, говорит, копать будем. Закончила еще одно дело. Теперь за это берется снова до конца все довести надо.
Бедно. Господи, помилуй. Помоги ему, Господи. Еще столько шкурить надо.